Всем привет, зрители и подписчики канала Games APS. Мы играем в Wolfenstein The New Order. Тут дело такое, друзья. Я прекрасно понимаю, что, возможно, многие уже прошли эту игру давным-давно. Так, где-то здесь сразу идем в прохождение, без всяких вступлений. По ходу расскажу вам, почему и вообще, что здесь происходит. Так, инструмент, шкафчик у дверей в кабине. Хорошо. Ага. Да не кричи ты там, все хорошо и так понятно. Так, изоленту берем, или что это? Все берем. Суть, друзья мои, в чем? Значит, на канале есть у нас прохождение The Old Blood. И дело в том, что вышел, собственно, The New Colossus, да, вроде так называется. Так, балласт, да. Но нету The New Order. Я думал, что у меня на лайв-канале есть прохождение этой игры. К сожалению, я немножко ошибся, у меня его нет. Я его пытался проходить на стриме, на GoodGame, и получается, что нифига не прошел. Ну, вернее как, мы вроде как в него даже немного там играли. Но дело в том, что... Так, что здесь? Что? Вот так. Дело в том, что записи, соответственно, не сохранились, поэтому ни хрена такого нету. И... Собственно, начало игры нового Вольфенштейна начинается с того, что нужно выбрать из персонажей, которых захватили злобные нацисты или кто они там, нужно сделать выбор. Я этот выбор, честно говоря, не могу сделать, потому что я банально не помню, что там к чему, кого куда спасти надо, какого черта вообще там происходит, поэтому мною было принято довольно странное решение с учетом того, что... сейчас вы мне где-то там скажете: о, чувак, ну давай еще одну игру в долгий ящик отложить. На самом деле нет, я постараюсь все-таки ее пройти как-то довольно быстро, по сюжету бежать, не отвлекаясь. Да, ну, если вдруг, друзья мои, если кто не видел прохождение или не играл в Wolfenstein The New Order, я вам так скажу: смотрите. То есть, я думаю, будет интересно. Ну, мне вот уже нравится. Wolfenstein вообще хорошая серия игр. Была у меня мысль вообще пройти там чуть ли не с какой-то Return to Castle Wolfenstein или там, блин, вообще с 3D, Wolfenstein 3D запустить вам тут стримом или так пройти. Но это, я думаю, слишком уж для вас было бы. Ну, хотя, я думаю, нашлись бы ценители, которые с удовольствием бы это посмотрели. Это я своего стреляю, да? Так, надо хреначить вот эти вот. Вот эти вот надо хреначить. А, собственно, поэтому мы с вами сегодня и вообще играем в эту замечательную игру. Так. Вот новый Wolfenstein, честно говоря, мне пока еще никак не понравился, я в него не играл. То есть я запустил его, посмотрел, как оно на записи выглядит. Выглядит оно на записи неплохо. Графоний вульфенштейновский, вот на самом деле. То, что я увидел пока что. Честно, не очень сильно он отличается от The Old Blood или New Order или еще что-нибудь. Это id Software. Это Bethesda и вообще... Ну, да, здесь, по-моему, так и должно было быть. По-любому там бы и не успел. Короче, суть в том, что я буду проходить вот эту штуку, а после чего будем проходить новый Wolfenstein. Я его, честно говоря, даже ждал. Даже ждал. Все его ждали. Многие его ждали. Ну и я в том числе. Давай. Ну? Дышу, дышу, все хорошо. Бласкович никуда не денется. Изначально я вообще думал записать, найти где-то очень быстрое прохождение. Ну, типа там, знаете, ролик 3 минуты, и в эти 3 минуты вложено весь смысл прохождения какой-то игры. Типа договориться там, может, с автором, взять у него этот ролик и сделать, типа, коротенькую превьюшку, типа, предыдущей серии. Ну, или типа того. Но я потом подумал и решил, что какого черта, проще ведь пройти игру и самому вспомнить, и быть в курсе, и все такое. Радар убрать. Где? Что? Я все здесь пропустил. Не успел. Что? Вот не помню уже, что делать. Вот реально не помню. А было весело, было забавно. Так.
На самом деле, помню, когда я еще первый раз запускал Wolfenstein этот, когда он вышел, вот именно этот, он меня тормозил жутко. По-моему, это была одна из причин, почему я его не записывал в релиз. А сейчас все хорошо. Сейчас прям вообще все хорошо. На самых максимальных настройках все хорошо. Так, надо что-то тянуть. А что тянуть, я пока не понимаю. Давай, давай. А, приводняемся, друзья, приводняемся. Ага, открываем дверь. Как весело. Давай, пошел. Вот так хорошо. На самом деле, сыкотная тема. Так, ты там только это, давай. Воу, о, твою мать. Ну, на самом деле, я это помню. Ну, давай, пошли, понеслась. Ич. Так, 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 давай, давай. Руку хватай. Хорошо. Хорош. Ох ты ж, блин. Зрелищно, зрелищно. Даже какого года этот Wolfenstein, я, честно говоря, уже не помню. На то время было, конечно, круто. Здравствуйте. Да? А вот заставки здесь явно меньше 60 FPS запилены. Это я помню еще, когда играл в игру. Не знаю, может, только у меня такое, но вряд ли. Так. Что делать, что делать? Сухари сушить, что делать? Так, где, что? Что здесь можно было только что взять? Аптечку. Ну, медик, ты не медик? О, плюс 20 здоровья, замечательно. Так, побежали. Ну, бывает, ну что ж тут такое? Ага. На тебе. По щам. Блин, моментами помню, что-то помню, что-то не помню. Вот это не помню. Вот жопа нам сейчас будет. Ну задница же. Ой, людишки полетели. Какая красота. Давай, давай. Ну, на самом деле, кстати, да. Если кто смотрит это, советую изначально посмотреть прохождение The Old Blood. Все-таки он как бы является приквелом этой части. Поэтому сначала нужно смотреть эту серию. Ну, то есть The Old Blood. О, челюсти. Друзья мои, челюсти. Помню этих песиков. Пошел нахер. Тихо. Че, не можешь сюда пробраться, да? Дайте что-нибудь в руки. Да дайте мне что-нибудь уже, ну. Так, тихо, пролезть надо. Где рация? Во. Фергюс, что твой статус? Ну, на самом деле, у меня тут такая же хреновина. Ух ты ж, блин. Собачки, пёсики. Чё, на свет, что ли, реагирует? Ну понятно, короче, надо туда добраться и расхерачить всех этих засранцев. Это мы можем. Угу. Честно, не помню, сколько времени нужно на полное прохождение игры. Так, давай, ящичек. Аптечечка, замечательно. Так, тихо.
Так, пошла ты нахер. Так, как там это делается? Нет. Ну, неудобненько. Вообще неудобненько. Надо сразу и Shift, и Ctrl нажимать. Так, хорошо. Берем все, что видим. Здесь дофига всякого, на самом-то деле, можно собирать. Но, как я и говорил, я буду стараться довольно быстро двигаться вперед. Просто потому, чтобы не утруждать вас своим прохождением этой игры и быстрее перейти, собственно, к новому Вольфенштейну. Как раз стихнет хайп, стихнет всякое, спокойненько себе пройдем. Кому интересно, тот посмотрит. Кому не интересно, тот, соответственно, не посмотрит. Как-то так. По-другому не получится. Так, что это? Ты как, мужик? Ну, мужик, с аквалангом бы. Ну, без акваланга оно как бы и нафиг не надо. Ну, пока, мужик, чё? Да. Шуточки, шуточки. Так. Оу. Это... Большой песик. Большой песик. Так, хорошо. Проплывем немножечко. Мужики отдыхают. Пить меньше надо было. Может быть, бы и остались живы. Так, хорошо. Нам где-то сюда. Нить. Давай уже, хорош. Ванные, банные процедуры. Принимать. Так, во. Есть контакт. Ну шо, понеслась. Давай. Вот так, замечательно. Сейчас мы им вломим. Вот этой хреновине, правда, я не вломлю, скорее всего. Давай, давай. Ну чё, кто еще? Вот той фиговине я точно не вломлю. Она еще и, блин, там какие-то электрические электроды. Электрические электроды. Короче, током может пизнуть чуть-чуть. Так, немножечко. Сейв ас. Давай, давай, дратуйте. Да, в группе, кстати, выложил пост по поводу «понеслась» и выложил картинку Wolfenstein 3D. Ну, надеюсь, троллинг немножечко хотя бы удался. Хотя, по-хорошему. Можно было бы спокойно начать и с этой игры. Вообще всю серию так пройти, короче, марафонами. Но на это банально не хватило бы у меня времени. Так, ну чё, дадут пострелять? Тихо, туда пойду. Чё за лаги? Или меня глючит, или... Ах, ничего не понятно. Так, давайте куда-нибудь вот сюда. Броню мне, пожалуйста. Вот здесь должен сидеть чувак, который должен смотреть эту дверь, но... Ох ты, блин. Кто у нас здесь? Хлопцы. Здрасте, ребята, я вам патронов принес немножко. Так... вырубить бы тебя как-то. Вот, например, нет. Ну, короче, в любом случае нужно эту хреновину вырубать, судя по всему, да? Знаете, чего я больше всего боялся в Old Blood? Больше всего... А, ну да, гранатками. Гранатками. Значит, гранатку берем. И вот туда ее так. Оп. Давай. Хорошо. Больше всего боялся вот этих чуваков здоровых в экзоскелетах, короче, которые к электричеству подсоединены по проводам. Вот не знаю почему, они мне казались какими-то жуткими. До ужаса такими жуткими, не знаю. Зажмите левый Alt и Y. Как же меня бесит, когда в игре, собственно, чтобы пригнуться. Левый Alt и Y. Ох ты ж, блин, ох ты ж, ё-моё. Друзья, дайте-ка я немножечко здесь, извините за непрофессионализм, но вот как-то бы это все убрать, что ли. Вот как-то давайте хотя бы, не знаю, ну какую-нибудь другую кнопку можно? Вот как-то так, да. Просто уж слишком здесь. А можно как-то, блин, перенастроить все это дело на какое-то человеческое управление? Блин, еще и вот ненавижу, когда игра подхватывает тот язык, на котором у тебя последний раз набор текста был в винде. И вот оно, блин,
Так, видимо, нет. Видимо, нельзя. Ну ладно, фиг с ним. Так, альт и И. По ногам тебе, по пяточке. Так. А, то есть карп. Здрасте, молодой человек. Ну-ка, аккуратненько, ёпта. Так, новое оружие. Какой там автоматик-то у нас? Вот он. Давай. Все, что ли? Больше не хочешь? Ну-ка, давайте на эту хреновину глянем. Или не видно ее там? Не видно ее там. Вот по этим, типа, троллеям. Ух ты, блин, откуда ты взялся? А, типа, патроны закончились, да? Ясно. Так, ладно, ребят, давайте потихоньку уже начинать двигаться. Да, вот то, что я говорю, ни хрена. Ну, я ей, конечно, не сделаю ровным счетом ничего. Гранатку лови. Еще одну лови. Патрончики дай. Где-то здесь молодой человек прятался, но счет, видимо... Во, тихо. Ну давай, лови. А, нет гранатки, извини. Тогда хедшотик получай. Так, ножичком тебя вот, да? А, нет, этот ящик никак не разломать. Ахтунг. Стедай, чего-то там, в общем, не знаю я немецкий, к сожалению. Так, где эта хреновина? Офигенная штука, да? Дип-дип, потейто, чип делает. Ну да. Так, молодой человек, у вас что есть? Есть что-то. Ну, а можно? А давай-ка я его ножичком немножечко. Иди сюда. Сюда иди. Слышь, ты еще пинаешься, говно. Все, больше не будешь пинаться. Некультурненько пинаться. Охренеть. Гранатки нету. Че за фотки? Молодые, ну вот, шакальные фотки на самом-то деле. Так, хорошо, что дальше делаем? Что, опять взрывать, что ли? Не хочу. Угу. Игра типа дает понять, а не пошел бы ты нахер отсюда. Так, что-то здесь было. Где-то здесь что-то было. Ладно, неважно. Так, Ахтунг мины. Ну, это как бы и дураку понятно, что мины. В смысле, кто стрелял? Где? Отзовись. Новое оружие, пистолет. Ну, пистолет с глушителем бы. Вот я помню еще Солдблада. А, вон ты где. Солдблада была такая фишка. Пистолетом с глушителем надо было валить там всяких товарищей, которые охрану могли поднять на уши. Ух ты, твою мать. Не-не-не-не-не-не-не. Слышь. Песик, ты давай это. Вот и я говорю, головой поболтаю. Не-не-не. Так, больше нету здесь никаких сюрпризов. Вот мне интересно, ею кто-то управляет этой фиговиной, или она сама по себе живет своей жизнью? Да что ж вы... Все никак не успокоитесь. Тихо. Спать всем сказано. Так, броня. Броню надо брать. Так, ну, судя по всему, мне туда. А, ребята, ну, давай. Тихо. А, ХП стремительно теряется, стремительно идет вниз. А я вот не помню, тут как-то за укрытие можно становиться или нет. Честно, не помню. Это не война, говорит, это апокалипсис. Есть такое. Так, ну чё? Блин, нифига этого я не помню. О, вот это хорошо. Где там наш ножичек? В смысле ты? Я... Вообще это не так должно быть, молодой человек. Ты чё? Ты понимаешь, что это не так должно работать? Вот не так. Сюда иди. Вот. Всю малину испортили. Эх, ладно. Так, чё у нас тут завезли? У нас тут завезли двойные пистолеты. Будем стрелять по-македонски.
Как там это делается? Вот так. Ну, по-македонски, думаю, здесь стрелять особого смысла нету пока что. Патронов вроде достаточно. Но это пока. Так. Убивайте офицера. Вот, да, вот это вот тема. Короче, сейчас мы будем их долго и нудно искать. Вот здесь один, здесь второй. Хорошо. Тихо. Тут надо, короче, ножичком их, ножичком почикать. Аккуратненько так, аккуратненько. Давай. Оп. Работаем. Ну, чё встал-то, засрань? Тихо. Фу таким быть. Так, первый давай. Оп. Не завезли. Вот у них наушники эти. Ну, давай тебя по-хорошему. Хорошо. Так, и вот этого товарища. Он так стоит хорошо. Упс, минус один. Ну, в смысле, минусов дофига уже, конечно. Понятно. Так, ну, можно пока... Блин, охрененная штука. На такой бы на работу ездить было бы замечательно. Как у них со слухом вообще? Мужики! Эу! Пшт. Со слухом у них так себе. Когда близко. Ой, что-то тут как-то... Вот я бы на твоем месте здесь бы вот так прям не стоял. Ну, можно туда гранату швырануть. Так, на всякий случай. Швыранул гранатку. Так, на всякий случай. Чё-то я это... А я думал, не долбанет. Ну, как там? Понёт? Не должно. Я ошибался. Всё-таки долбануло. Ну, бывает, ничего. Эх. А если вот отсюда долбануть гранаткой? Ну, мне интересно просто, что будет. Во! Ну, так получше. Всё-таки долбануло. А, мне, кстати, собственно, сюда и надо. Я так понимаю, мне туда и надо было. А может, это секреточка? Давайте глянем, что там у нас. Вообще, блин, кто-то там говорил в начале серии, что не будет обращать внимание на всякое. Но куда, как же тут не обращать? Так, это я где? Это я вот так, наверное, как-то обойду сейчас. Похоже вообще на какие-то торпедные аппараты, что ли. Ну и сверху там торпеды лежали. Правда, дырку там я проделал, но это такое, это уже... Это уже, как говорится, детали. Так, и чё здесь? Решётонька. Вот я бы не пролез, я жирный. А этот пролез, молодец. Так, ну-ка, где ножичек? Один туда ходит, второй туда ходит. Да хватит! А, я понял, объявление тревоги, да? Ясно. Говно! Стоять, говно. Так, мне бы этот самый, ну, короче, вот, вот, во, вот так хорошо. Вот люблю я Wolfenstein за это. Единственный минус, что мы сейчас с вами без музыки играем, по понятным причинам. Потому что YouTube за это по голове не погладит, а музыка здесь, конечно, шикарная. Чё, всё? Это же вроде офицер был, или нет? О, хороший пулемет. Давай-ка мы его немножечко используем. Во. Хорошая вещь, мне всегда они нравились. Патронов, правда, маловато. И, по-моему, с собой его носить не завезли. Или можно, я не помню. Тихо, тихо, тихо. Ну, дай, да подожди, ну, вот так. Чё, подождать сложно было, ну, ёп. Не понимаю людей. Говоришь, подожди, они не ждут. Так, чё у нас там по времени? Полчаса серия идет. Маловато. Ну, хотя я думаю, где-то вот по полчаса, минут по 40 и хватит. Самый раз. Так, что у нас здесь? Ничего нету. Это оружие. А, нет, нифига, мне показалось оружейка. Что-то как-то кровавенько там.
Так, давайте брать все, что есть. Во! У нас карту завезли. Отлично. Так, я, собственно, где? Я вот здесь. Блин, тут секретики были, а мы не видели. Ну-ка, давайте. Опять же таки я говорил в начале, что не буду ходить по секретам, но черт бы с ним, это же интересно. Вот, походу, дело в этой комнате. Ну да, в этой комнате какого-то черта есть. Только туда бы попасть как-то, а вот хер знает как. Не, можно, конечно, что-нибудь бросить. А, во. Просто за секреты тут, по-моему, что-то... Да ничего тут, по-моему, не дают за секреты. Это похоже на морг. Открыть жалко нельзя. Ну, судя по всему, да. Для морга. И шо? Так. Монетка. А, вот это, собственно, наверное, и был секрет. Ну да ладно. Давайте не особо будем отвлекаться все-таки, наверное, на это. Ну и дверку я отсюда смогу, само собой, открыть. Вот, чертежи вот этих товарищей. Видимо, тут над ними все-таки экспериментировали. Так, ладно, хочу уже пострелять нормально. Че мне куда идти-то? Как я здесь вообще оказался? Ладно, давайте... Мне вообще сюда надо. Окей. Каким-то образом я оказался немного не в том месте, не в то время, что ли. Так, ну... Судя по трупам... А, хотя трупа здесь нет. Меня здесь не было. Фрагмент кода. Угу. Найдена шифровка Энигмы. Но это все читать надо. Там что-то злое ходит. Ладно, мы пойдем нахер отсюда. Думал, камера. Так, мне явно определенно вот туда вот наверх. Судя по трупам, мы здесь были. Вот, я пришел сюда и взял пушку. Значит, мне выше. Возможно. Ну, судя по всему, да. Раз сохранение пошло. Есть такое... О, ребята! Двойная перезарядка, отлично. Эх, сейчас бы, конечно, музыка здесь играла. Хорошо было бы. Ну да ладно. В смысле ты там сверху стрел... Хватит уже, а? Так, что у нас здесь? Есть кто? Вроде никого. В смысле ты там стреляешь? Так, стоять. Я помню, что у меня... А, нет. Я его выбросил, да? Я его не использовал до конца, по-моему. Не ловите гранатку, хлопцы. Вот так, хорошо. Обратный бросок. Тут, кстати, я вот не помню, как это делать. Ну-ка. Или через таб как-то... В общем, неважно. Сначала разберемся с засранцем, который мне почти все хп выбил. Ну давай. Подошел. Сейчас надо бы немножечко хп поднять. Надеюсь, здесь что-нибудь будет. Так, а что там? Какая фиговина. Ух ты. Вот это хорошая вещь. Ну, постреляем немножко. Так, а почем стрелять-то надо? По банкам? Ой-о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 й. Это, по-моему, зря. Че, будешь стрелять? Не в меня? Не будешь. Понятно. Так, а мне что с ней сделать-то надо? Может, по ногам? Или просто по ней хреначить? Я что-то вот... Я пока не понимаю, по чем стрелять. Ну, определенно по этой штуке. Возможно. Может, по электродам все-таки? Давай.
Во, отлично. По ходу дела разобрались. Замечательно. Я же помню, что вроде что-то такое вот. Сейчас-то хреновина сюда упадет, угадал? Ну, я думал, она упадет типа за этот. А ну-ка, какой-нибудь самолет собьем, нет? Ай, хотя фиг бы с ним. Ладно, двигаем дальше. Что у нас здесь? Ничего не завезли. Так, подавить зенитки. Угу. А, ну, собственно, я двигаюсь вроде правильно. Как там это делать? Джей, по-моему, во. Так, перки. Или они сами открываются? Они сами открываются вроде, да? Типа тебе самому ничего делать не надо. Они вроде как сами работают. Ну да, прокачивать здесь не завезли. Но это вам, блин, не РПГ все-таки. Так, что у нас здесь? Опять же, читайте на паузе. Ну, как бы, есть выключатель, дерни за него. Что-то где-то произошло. Что произошло, хрен знает. Мне нужно с зенитками разбираться, чем я и, собственно, и занимаюсь. Не потихонечку. Так, ребят, секунду, подождите, сейчас, вот все можно. Тихо, с хпшкой-то фиговенько. А, вот гранату можно было бросить, кстати говоря. Тихо. Ловы, хлопцы. Что-то ты как-то слабенько перезаряжаешься. Во, обратно бросил. Отлично. Та-джри. Во, вроде со всеми разобрались. Так, похиляться бы. Ну и собрать все, само собой. Больше ничего нет? Вот здесь что-то есть. А где же, блин, собачья еда? Где это все? Письмо Оскара. Я думаю, в конце серии я вам покажу там всякое. Хотя, давайте посмотрим. Коллекция. Письма. Давайте посмотрим. Золото. Коды Энигмы. Собирайте фрагмент кода и расшифровывайте сообщение в разделе «Разное» в главном меню. Открывает доступ к дополнительным режимам игры. Угу. Так. Ну, на самом деле, не очень хорошая идея читать здесь на паузе. Ну-ка, где там оно? Разное, но это, скорее всего, в главном меню. Ладно, неважно, пошли дальше. Слышь, вот я немножечко не понимаю. Тебе кто вообще разрешил пользоваться моей пушкой? Как там сблизка хреначить, я вот не помню. Как ближний бой делать? Извини, подожди. Подожди, нет. Ах, твою мать. Эх, не успел. Ну ладно. Где я там, интересно, появлюсь? Напаснуть и дальше. Ну, электронку, естественно. А вы о чем подумали? Ну, вроде не сильно много потеряли. Серьезно? Тихо. Без башки тебя оставил. Видишь, как все хорошо. Так, ну-ка. Да где ты там? Вроде все замечательно. С хпшкой, конечно, все не так радужно, как хотелось бы. И брони не завезли, но да ладно. Так, молодой человек, тут вы уже все, да? Взять и понести с собой. Жалко, нельзя в инвентарь положить. Так, почем стрелять? А, понял. Легко. Ой, хорошо.
Наверное, по ним никогда с такой фиговиной не стреляли. Все вроде как. Вроде все. Так, ну с этой зениткой разобрались. Можно, конечно, ему... Так, тихо. Да вылезть оттуда, говорю. Вот эту возьми. Во. Другое дело. Гранаткой, не? Че по заданиям? Добраться до стен замка. Хорошо. Кестел Вульфенштейн, мать его. Ну, интересно, в этой серии доберемся мы до замка с вами или нет? Вряд ли. Хотя, может, и да. Ну, вот как раз будет замечательное окончание серии. Так, тут у нас броня, горячо немножко, пятки пожгло. Хлопцы. Конечно, надо собирать всякое. А вы что думали? По-любому сейчас что-то прыгнет. Я уже не помню. Нет? Серьезно? Во, замок. Крутяк. И... Ну, я же говорил. Ну, вот я же говорил. Лови гранату. Нормально. Вот я рад тебя видеть. Давай. Рядовой Вайет. Надо запомнить. Да, конечно, пойдем. Надо запомнить, потому что вот, по-моему, выбор был. Спас мне жизнь. Now, General Deathhead is nearer to us now than he's been in years. Some nasty wounds you've got there, Private. Be sure to mind that bleed. We eliminate the general, we cut the head off the crowd war machine. Mm-hmm. John, they're gonna have us for breakfast. You all right there, kid? Sir, my eyes are watering, and I think I'm gonna be sick. Is this normal? It's just nerves. I'm gonna teach you a trick. Inhale. Count to four. Exhale. Count to four. All there is to it. Well, having our ass tanned by some Nazi mutant fucking Frankenstein. So we ready then, lads? This time, we get the job done. Now let's go. Let's move it on. Go. Ну что ж, друзья, я думаю, на этом мы серию закончим. Надеюсь, вам понравилось. И надеюсь, вы продолжите смотреть прохождение серии. Я постараюсь по мере своей возможности выпускать через день, может, каждый день, как получится. В общем, надеюсь, понравилось. Подписывайтесь, колокольчик жмите, вся фигня. По стримам и по всем остальным делам в группе ВКонтакте, как обычно, анонсики завозят там. Поэтому такое дело, смотрим заставочку, а от меня вам всем пока и до следующей серии.